барашка вот этого чудного, зажаренного. Вот этих голубей прекрасных, хрустящих. И цыпляточек, перепелочек несколько. И, пожалуйста, мне печеночки. Сейчас убью, сейчас! Мне. Вот все. Вот это вот еще карасей. 6 жирных рыбешки мелкой. Сырой на закуску. И молока. Побольше, ну. Ладно! И 3 корочки хлеба. У каждого явления есть своя оборотная сторона. Голод, например, привел к тому, что люди стали наедаться впрок, и страна в конец обожралась. Можно говорить? Я представитель неформального движения борьбы за голод. Доколе вообще? Страна вся обожралась! Распустилась вся! Обожрались все по днюдечку! Понимаешь, все трещит по швам! Понимаешь? Невозможно застегнуть брюки, невозможно, понимаешь? Не хватает мне ремня! В стране не хватает ремня!